Почему у томатов скручиваются листья? Вы соблюдаете все условия посадки, ухода, а листья на томатах все равно скручиваются. В чем причина и что делать? А причины бывают разные. Если у томатов закручиваются листья вовнутрь, причина недостатки или в избытке влаги. Растение испытывает жажду. Чтобы не погибнуть, испаряет меньшее количество влаги. Поэтому листья скручиваются лодочкой вовнутрь. Полейте растение часто, но понемногу. Листья расправятся. Если же влаги избыток, то листья сворачиваются краями вверх. Чтобы помочь подрыхлить томаты, лишняя влага быстрее испарится. Листья могут скручиваться из-за сильной жары. Растение не может усвоить питательные вещества. Наступает голодание, листья скручиваются, сохнут. Чтобы этого избежать, опрыскайте их мочевиной. 1 столовая ложка на 10 литров воды. А через несколько дней розовым раствором марганцовки. После этого листья расправляются. Листья закручиваются внутрь, причина может быть неправильное посынкование. Растение получило стресс из-за большого количества удаленных побегов. Удалять нижние пасынки следует не раньше, чем через 3 недели после высадки куста на постоянное место. Удаляйте 1-2 листа за неделю. Пасынки удаляйте после того, как они выросли на 5-7 см. Если все в норме, а листья по-прежнему закручиваются, причина может быть в подкормках. Если вы перекормили томаты азотом, стебель будет очень толстым, а листочки могут закручиваться в кольцо. Чаще всего томатам не хватает фосфора и калия. Листья скручиваются вниз, недостаток серы, меди или бора. Если загнулись краями вверх, им не хватает кальция. Поможет зола. Еще одна причина скручивания листьев. Если при посадке переросшие рассады повредились корни. Не переживайте, рассада восстановится и все придет в норму. Но самое опасное, если на томаты напали вредители. Белокрылка, тля, красный паутинный клещ. Обработайте томаты методом опрыскивания. Если насекомых немного, а ваши томаты уже сформировали зависть, то лучше использовать в борьбе народные средства. Отвар ромашки, луковой шелухи, настой табака. Ну а если вредителей много, применяйте химию. И еще одна причина – бактериальный рак, табачная мозаика. Эти заболевания не поддаются лечению, поэтому заболевшие растения нужно удалить и сжечь. Скручивание листьев иногда является сортовой особенностью томатов. Внимательно читайте характеристику приобретенного сорта, чтобы избежать переживаний. Теперь вы знаете основные причины и что нужно делать, если листья томатов начинают скручиваться. Ухаживайте за томатами, вовремя поливайте, умеренно удобряйте, боритесь с вредителями и получайте отличный урожай. Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу, мы раскроем вам все секреты.